Занимаем территорию. Вам что-то нужно? Мы захватим позицию. Отряд саперов! Панцеркамп один тебе что? Хочет отбить у нас сектор. Саперы готовы к заданию. Мы к бою готовы. Враги захватывают сектор. Отряд саперов прибыл. Что мы можем сделать? Готовы! Берите инструменты! Скоро у нас будет пулеметная турель. Гранатеры! Не теряйте надежду! Огонь по советским сменям! Капитан Марс! Надо подавить это по-другому! Будет ПТО! Вперед! Саперы готовы ко всему! Оно само не починится! Берите инструменты! Дело напёра на месте. Давайте двигаться. Водитель, идите руку туда. Выступаем. Сектор! Вам что-то нужно? Берите инструменты! Здесь нужен ремонт! Оно само не починится! Берите инструменты и за работу! Саперы готовы! Немедленно почините! У нас улучшен штаб. Теперь мы сможем готовить легкую мотопехоту. Готовы к заданию. Вступаем! Сломи
Отряд саперов выступает! Мы выдвигаемся! Рассредоточиться! Это факт! За мной! БТР снабжены противотанковыми минами для борьбы с бронетехникой противника. Гренадеры в пути. Отряд укрытие! Скорее! Готовы! Пулемет ждет приказов. Саперы! Пулемет готов. В пути. Кто заказывал огнемет? Мы под огнем красных! Вражеские силы захватили наш район. Никак не поймут, что от тяжелых танков надо драпать. Саперы ждут приказов. Я не всегда стреляю на поражение. Саперы! Вот и наши огнеметы! Строим бункер! Расчет МГ-42 к бою готов. Что мы можем сделать? В пути! Саперы на месте! Готовы к использованию! Пора убираться отсюда! Вперед, саперы! Готовы! А вот и мы! Теперь в бункер можно поставить МГ-42. Транспортер. Гренадеры закладывают.
теперь вам доступны дополнительные ресурсы. Или взорвать? Гренадеры готовы! Пора идти! Наше здание на передовой атаковано! Айнсанс-Пихаль! Мы идем туда! Атакуем этих скотов! Атакует одну из построек на передовой. Отряд, внимание!
отбить у нас сектор. Враг атакует одну из построек на передовой. Возвращаемся на базу. Саперы! Берите инструменты! Мы отважно сражаемся. Строение на передовой потеряно. Истребитель танков «Элефант» доставлен. А вот и мы. Хорошо, мы идем. Большевики! Отряд укомплектован! Будет выполнено! Тяжелый танк на месте! Саперы! Берите инструменты! Здесь нужен ремонт! Готовы! Инженеры! Тут нужен ремонт! Саперы готовы ко всему! Немедленно почините! Винтовка, пистолет, два ножа, три гранаты и яйца. Все на месте. Готовы! Оно само не починится. Берите инструменты и заработайте. Но если от нас там будет польза... Вам что-то нужно? Берите инструменты. Здесь нужен ремонт.
сделано. Готовы! Мы в пути! Выбирайте гранаты! Вражеские силы захватили наш район. Еще одна победа у нас на счету. У наших врагов осталось 100 очков. Враги захватывают сектор. Продолжайте. У врага осталось 25 очков.
Надо идти! Саперы готовы ко всему! Враг практически разбит. У них всего 10 очков. Пулемет ждет приказов. За мной! Оно само не починится! Части вермахта вклинились между двумя советскими армиями, а затем пошли на восток, к Харькову. Несмотря на попытки Красной армии закрыть брешь пехотной дивизией и танковой бригадой, части вермахта продолжали двигаться к Харькову. Мы подарили Родине победу!